Посмотрите, какая красота. Телефон темно-серого цвета, матовый, корпус сделан под металл, чудесный дизайн. Тут есть даже меню, а фонарить. Тут еще есть и камера. Ха-ха-ха, красавчик. Согласитесь, красавчик. Друзья, всем привет. Да, сегодня мы снова вернемся к кнопочным телефонам. Мне кажется, кнопочный телефон должен быть в каждом доме, в каждой семье. Ну, так, как говорится, для страховки. Потому что высокотехнологичная техника, такие как смартфоны, они могут неожиданно подвести. Ну, допустим, разрядиться, сломаться, разбиться. А вот в таких ситуациях, как говорят, в форс-мажорных, он может и пригодиться. И, как вы поняли, сегодняшний наш герой – телефон F+ B280. Я делал обзоры на многие уже кнопочные телефоны. Что можно сказать конкретно об этом? Дизайн, как вы уже видели, вполне себе такой приличный. На вид он достаточно прочный. Его главная фишка – это большой аккумулятор на 2500 мАч. Как и во всех кнопочных телефонах, здесь есть фонарик, есть плеер, радио. Давайте послушаем звук. Звук убирается кнопочкой звездочка и прибавляется решеткой. Вот это максимальный. Ну, для такого аппаратика, мне кажется, звук вполне нормальный. Есть радио. Вот я подключил наушники. И давайте. Демография по решению президента. Это я переключил звук на внешний динамик. Следующая станция. FM-радио. И вполне прилично ловит. На мой взгляд, нормально. Такой же звук и во время телефонных звонков. Связь хорошая в оба конца. Выходной день, репетиция. Вы великий конспиратор. Аккумулятор 2500 мАч. Если просто его куда-нибудь положить, как говорят, и забыть, то он держится 8-9 дней. Ну, в режиме связи, если постоянно звонить, то, конечно, разрядится аппарат быстрее. Кобыла ваша околела, в остальном прекрасная маркиза. Все хорошо. Я отметил бы то, что здесь крупные кнопки. Как говорят, не промажешь. Есть калькулятор, игра там какая-то, есть даже календарь. Так что все, что необходимо в кнопочном телефоне, вы здесь найдете. Часть видео я записал в Кисловодском курортном парке. И давайте вы тоже немного полюбуйтесь красотами этого места. Спустился к канатному городку. Такое интересное место для развлечений молодежи. Да и не только молодежи. Готовят очередного пилота или экстремала к спуску. Вот так здесь перелетают от станции к станции. И резюме по телефону F+ B280. На мой взгляд, он вполне такой нормальный вариант для страховочного телефона. Погодите. Который должен валяться в доме на какой-то экстренный случай. У меня телефон украли! Да, и просто иногда можно его брать с собой в какие-то походы и так далее, как запасной. В походах иногда тоже возникают экстремальные ситуации. А у вас, бац, под руками ваш любимый кнопочный телефон, который никогда и нигде не подведет. На этом я с вами в этом коротком видео прощаюсь. Не забудьте поставить лайк, подписаться на мой канал, кто этого еще не сделал. Всем добра, здоровья. До новых встреч на канале «Показывай Бабай». Пока-пока.